на канале Eaton Tom You Life. И сегодня мы хотим показать вам наше пополнение оружия. И вернее, арсенала. Вот это пистолет 18-пульный. А вот от него магазин. Как вы видите. Так. Это 6-пульный, вот это, это шип через плечо. Я вам покажу. Вот. Как-то так, да? А чем оно работает? Барабан. У него есть барабан еще. Вот. Вот так нажимаешь и стреляешь. Это оружие тоже. Оно можно еще и собрать его складывать. Вот так. И вот так. И потом стреляешь. От него есть тоже магазин есть. Вот. Но у него маленький магазин, 6-пульный. Это оружие, а у меня уже давно. А это лазерное. Вот тут эта кнопочка, это для лазера. Посередине это лазер. Вот так нажимаешь и стреляешь лазер. Тоже. А вот тут лазер? Да. Вот это у меня тоже запасные пули магазин. Разные, так белые, синие. А это маленький запасной в карман вот так. Достаешь, вот так. Делаешь, достаешь и стреляешь. Это тут это шариковый пистолет. Тут 250 пуль. Тут написано вот так. Подзаряжаешь. И стреляешь. Да, тут магазин есть. Вот тут такой магазинчик. Для пуль. А это два моих пистолета. Это тоже. Как вот этот. Только тут одна пуля, а тут несколько пуль. И так стреляешь ими. Вот так подзаряжаешь. Можно вот так. И стреляешь. Это же для пулек вот этих маленьких. Ну, о, какие? Шарик. Ну, и для шариков, и, ну, так себе. Половина него, половина это. Ну, это для шариков в основном. Да. Туда можно один патрон ставить. Башка, что ты говоришь. Я имею в виду по шарике несколько. Видишь, тут же тоже магазин есть. Что, один шарик, нет? Вот у меня есть граната. Банан. Просто такой банан. Меч. Если вдруг у тебя нету оружия, а больше пулек нету, а ты достаешь его и воюешь. Тема, оставь. Вот эта дубинка, охраняешь себе. Типа вы как это? Это если меч потупился? Да. Ой, у меня еще один есть. Дубинкой тоже надо уметь, да. Вера. Ну, это типа бы, если тебя бьют мечом, ты вот так делаешь. Это ты вот так нападаешь, да? Тоже быстро. Вот так, а потом так, так, да? Ну, как ты с дубинкой там будешь? Отбиваться? Не знаю. Вот это бомба Нилов. Маленькая Нилов. Ну, оставьте. А что, она взрывается, а потом дым идет? Не знаю. Ну, короче, дым, он, по-моему, идет. Так. Тут у меня тетрадочка. Что, сколько патронов синих, сколько розовых. У меня же еще розовые есть. Сколько розовых? Вот у меня еще такое есть, тут такие. Тут стреляешь так. Ну, просто так нажимаешь. Похож, да? Ну, похож на настоящий. Я больше всего нравится вот так нажимать. Вот так. Но он сломанный. Вот как у Шреда. Залопнуть. А вот это отверстие от этого пистолета. Вот. Вот так засовываешь. И у тебя уже есть прицел. Так. Засовываешь это. И уже есть пистолет. Так что-то. А, ну точно, забыл. Когда он стреляет, видишь, тут закрыта такая дырочка. Стреляешь. Нет, им тяжело стрелять. Нет. Не заряжен у меня. А, точно. Вот. Я забыл, как пользоваться ими. Не, я думаю, я его зарядил. Давно не воевали? Все. Он у меня так стреляется. Тоже одна тетрадочка какая-то. Тут много, вот такая толстая. Писать там. Угу. Еще одна. Ну, это письма писать. У меня зовут письма. Тема, дай. Ну, несколько тут писем. Это от Бауни. Итан, собери, пожалуйста, все оружие тут, и потом по дереву пострелять пока. Угу. Вот так. Сейчас соберу. Я быстро делаю это. А потом ты, да, Тамир, покажешь свое оружие? Так, это тут. Это в магазине все. Так, у меня есть тут запасные нунчаки. Вот сами нунчаки. Вот. Дай. А какое твое самое любимое оружие, Итан? Это. 18-пульное. Вот у меня есть еще звездочка ниндзя. И вот этот ножик. Вот так.
Ладно, давай сейчас Тёма покажет все свое оружие, а потом вы будете на метках. Ну сейчас, я даю, сделаю вот, вот это. А, у тебя еще не все? Да, не все. Остатим. Ну, граната. Где наручаки у меня? Вот. Так, ну что, маста? Сними себя пока это. Вот барабан. Вот это шайки. Кулек надо водожить там. Это карандаш писать. Вот еще шайки. Это второй нунчак. И упа. Так, мне еще капельку осталось. Рогатка и робот. Чтоб мне скучно. Чтоб скучно не было. Вот. Если ты сидишь в засаде? Да. И играешь в робота? Да. А если ты будешь пока играть в робота, и кто-то тебя найдет? Да. А я запрячусь так, чтобы меня никто не нашел. Вот рогатка, вторая такая штучка. Это нитка для вот этой, как вот тут у пистолетика есть. Запасная. Ну, для другого так. Вот еще два пакета. Шайка. Вот еще одна. Вот одна рогатка, еще если напалник удачи. Вот это что, птички. Дать знак. Например, вот так одна птичка. Ну тут воду надо налить. Потому что она не работает. Тут у меня пули. Вот. Запасные? Да. Максимум что. Это ну чаки вот. Что, мне их собрал. Вот еще. Это лучше, по-моему. Не трогайте. О, тут у меня звездочки ниндзя. Вот одна, две. Такие. А вот. Накинь мою сторону. Ух. Это так. У меня еще есть. Вот. Не, вот. Все, хватит. Да. И у меня там еще две тем, принеси их, пожалуйста. Короче, это для них пакет специально. О, кубик нашелся. Тоже как робот. Тоже, когда тебя скучно в засаде, ты играешь? Угу. Спасибо, Тёма. Так, тут у меня две пули. Нашлись. Вот тут всякие бомбочки у меня есть. А почему тут 20 пулей там? Тут вода. Зачем тебе вода в бомбочку? Ну, чтобы если, чтобы кого-то попасть, то взорвался. Вода на него влипла. 18. И хвата, да? Да. Ну, вот еще одна вода. Оставь, Тёма. Вот еще одна бомбочка, ну, с такой меч. Вот еще. О, тоже как кубик-кубик, только машинка. Что, это нескончаемый рюкзак? Все, я уже закончил. Вот, это две резинки сделать зомби или не зомби, чтобы его убить потом легче было. Что за резинки зомби? Одна делает тебя зомби, чтобы ты его мог убить, а одна не зомби, если это твой друг. Вот это рация, так, ну, покажу. Если ты хочешь превратиться в зомби, ты съедаешь резинку? Типа, ну пока будет. Да. Он может этим стрельнуть резинкой, и он станет. Это пульт. Подплавляет зомби. И все, это мой арсенал. Вот. Интересно, а ну ты, Тамир, покажи, что у тебя. А у меня есть вот это классное оружие. И вот это, вот так. Ой, там пули. А думал, что здесь пули. И вот это. А это маленький пистолет, если у всех пистолетов пули закончились, так, а тут есть одна пуля, я могу стрельнуть и попасть. А вот от него пуля. А в этом пистолете пуля. А вот тут ее можно было снять. До я могу. Сейчас до там, наверное. Да. Вот до. Вот. Так, засовывай и стреляй. И у меня есть еще этот пистолет. Вот так, подзаряжай и стреляй. У него тоже есть такой барабанчик. И у меня есть вот это. Что ближе, смотри, где он. Если увижу, так побегу и стрельну. И зада. А это что? Это
Это будет ловушка там, я ты увидишь, побежишь, а тебя раз и засаду бью. Так я тихо буду ползать. Вот, тихо, не надо бежать на танк. И стрельну так. Ой. Как он подошел? Сейчас мы будем перепутывать, где твои два осина, а где мы. А вот мишень. А вы потом по мишени, да, поставили? Да, и вот мишень. И вот мишень. 50 самает. А это тоже список. А это мишень не тут. Че, у меня еще одна мишень. 4 мишени. Все равно там две мои. Да, вот, там одна и одна. И там какие-то две батарейки. Вот эти. И у меня там всякие пули. А у меня там... О, вот пули. Отлично, ну давайте теперь сейчас сделаем какие-то соревнования. Все, давайте. И сейчас мы будем делать соревнования между лужами. Я не помню, как их зовут, но я их называю по-своему. Например, это барабан, а это... как ты хочешь назвать его? Снайперский. Ну, пистолет-снайпер, можно сказать. Ну что, он и снайпер, и пистолет. У него есть такое это, отверстие хорошее. И сейчас мы начнем. Я вот. А можно все? Нет. Скажи про это оружие. Не один! Не, мы должны всех завалить. Ну. Давай стреляй. 50! А вот это насечка, видимо. Остался последний, кто в него попадет, это выиграл. Кто попадет? Тема, давай. Ну, у меня сечка была, но это не важно. Вон остался последний солдат. Ёлки! Точно. О, 1-1. Ёлки. Нет, получилось. А кто сбил того? Я. 2-1. Ёлки. Это дерево. Тёма, у тебя все выстрелы влево. Что, ты не можешь чуть-чуть прицел правее свой сделать? А? Вот, ты же подстраиваешься. Я, моя учитель. Давай. Дерево, никто в него попасть не может. Ну, чтобы сидеть неправильно. Кто попал? Я! 2-2. Я выиграл. Ничья. Нет. Выбиваем другой. Я выбиваю... Так, думаешь, какого мне выбрать? Этого или этого? Большой, давай. Я выбиваю большой. Я той пули. Шестих пулей. Закапывайте землю эти мишени, Тёма. И там помоги ему. И не так уж близко. Один так. Один дальше. Ой. Я выбиваю.
Один ближе. Один дальше. Как он его назвал? Голден. Ого, сейчас битва двух самых серьезных. Что, ни в одного не попал? А-а. Вот и даёшь. О, прицел. Плёвки! Здесь-то всё, на войне быть должен быть. Мир уже перезарядился, еще раз стреляет, пока ты. Бил? Бил? Снова попал, но от земли. Это не считается? Поставь его, это. Бил, ну почему? Потому что надо патроны все проверить. У тебя, наверное, какие-то нет, там кривые. Нет, у меня никакие не кривые. Все, это ты бы уже, наверное, на войне потом. Не знаю, как он у меня дома стреляет, а тут не стреляет что-то. Ну давай, покажи. Нет. Самое неточное оружие, да, у вас? Да. У меня. Самое не хорошее уже, плохое. А ты, Тамир, заряди, у тебя здесь три обои. А, у меня есть. Так заряди, ты постоянно три обои не заряжал, ты заряжаешь. Одень тебе на вот, три обои. Сейчас. Можешь тебе это? Нет. Солдаты уже сами падают, они уже стали стоять. А что они так падают? Ой, я одного сбил! И ты одного, осталось два сюда. Подожди, дай ему зарядить обойму. Пока он зарядится. Что это, не судьба, да, что оружие твое? Да. Ну что, что у меня есть? Мне нравится, честно говоря, ну не знаю, что. А мне нравится. Ты ему дай разгон, а потом стреляй. Видишь, как они слабо вылетают. Прицел поставил там? Да. Ну покажи, как с прицелом. Я бью того валюта на голову. Сейчас осечь. А дальше. Ты тоже осечь-то? Ого, как сложно стрелять.
Нет. Ты не видишь, как ты стреляешь? А у тебя что это? Пистолет сдох. У меня нету батареек сели. Да, батарейки сели, поэтому он так слабо стрелял? Да. Ну все, давайте слаживайте свой арсенал. Да, хотите повоевать? Угу. Давай. Сейчас дай тапки. Давай, бей их. Сейчас. В этом чуть-чуть не попал. О, чуть левее. О, молодец. 2-1. Папа, еще 2. Победа. Что ты, охрип? Все, будем войнушки играть? Угу. Ну, давай. И сейчас мы будем играть войнушки. Я считаю до 10, а Тёма появится только в этом, в этой, как сказать, территории. В этой территории. Нельзя выходить через эту классную. Вон там только в этих трёх башенках, да, маленьких быть? А чё, ну их там 5 можно, вон ещё 3 треугольника, 2 треугольника, ну неважно. Короче, Тёма, я сейчас буду считать, а Тёма будет убегать. Давай, Тём. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поехали.